уютное свидание на крыше. У нас для свиданий всегда хорошая погода. Вторник на Урале не подпортит нам летнее настроение. Это я вам, точнее метеорологи, гарантируют. 25 июля в Магнитке будет солнечно и тепло, только ночью возможен небольшой дождик. И до плюс 19, утром и днем до 27 тепла, в этот период небольшая облачность. Вечером тоже тепло, 21-24 градуса. Белорецкий на близлежащем курорте Башкортостана утром плюс 12, днем плюс 20 и без осадков. В соседнем Сибае ночью дождь, утром плюс 17, днем до 24 тепла. В Челябинске, в отличие от нас, в течение дня дожди, утром плюс 20 градусов, днем столбики термометров покажут максимум 25. На этом у меня все. Хорошего вам настроения и осуществления всех ваших планов.